Всем привет! Это «Маховая 9» и с вами Анастасия Слободенюк. В прошлую субботу на факультете творилось что-то странное. Студенты читали лекции, а преподавателей их не было. Не волнуйтесь, просто на факультете прошла акция «Студент на день», и мы обязательно все расскажем. Парли ли итальяно? Но даже если и нет, то вам обязательно понравится выставка на балюстраде третьего этажа, посвященная 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи. Мы заглянули. И ладно, не буду раскрывать всех секретов, совсем скоро узнаете. Ну и напоследок, наши первокурсники побывали на Останкинской телебашне, и они хотят вам кое-что рассказать, обещаю, будет интересно. Ну что, поехали? Попасть на факультет журналистики можно не только в день открытых дверей. 30 ноября на факультете прошла акция «Студент на день», где школьники смогли почувствовать себя полноценными жителями дома на Маховой. Получилось ли у старшеклассников провести целый день на парах, расскажет Анастасия Музычук. В 232-й аудитории идет активная дискуссия. Главный журфаковский оратор Григорий Владимирович Пруцков говорит о судьбе Демосфена и Ломоносова. У кого есть такая же в жизни ситуация, которая была у Ломоносова в детстве? Возможности увидеть жизненный путь Михаила Васильевича нет. Зато есть шанс посмотреть на основанный им университет изнутри, познакомиться с факультетом поближе. Лекции, семинары и мастер-классы. Последняя суббота ноября удивляет. На журфаке рабочий день, но в качестве преподавателей старшекурсники, а в качестве студентов – будущие абитуриенты. Царит атмосфера настоящего учебного дня. И даже выдают вот такие вот студенческие. 90 школьников успели зарегистрироваться на акцию «Студент на день». Для многих это не первое знакомство с факультетом. Они учатся в школе юного журналиста. Некоторые пришли впервые. Для них в программе не только общеобразовательные лекции и творческие мастерские, но и обеденный перерыв. Время для знакомства с журфаком. «Студент на день» – это акция, на которой абитуриенты, школьники, которые так или иначе, возможно, заинтересованы в журналистике, ну или в смежных предметах, могут реально почувствовать себя полноценными студентами факультета журналистики МГУ, побывать на лекциях людей, которые уже практикуют те или иные направления журналистики. Школьники знакомятся с факультетом, а студенты старших курсов с ролью преподавателей. Рассказывают, как попасть на свадьбу Собчак, какое любимое блюдо у Льва Толстого и как выступить в суде. Главное – постоянный диалог со студентами. Он и правда помогает заинтересовать аудиторию. Раньше я думал, что сюда очень сложно поступить, и сюда идут какие-то гении. А сейчас я понял, что если поверить в себя, ты можешь все. И здесь спокойно ко всем относятся, здесь классная атмосфера, мне нравится, как здесь все происходит. Тут правда круто. Что такое журналистское образование? Найти ответ на этот вопрос сможет каждый участник. Акция поможет понять, станут школьники студентами журфака на день или на 4 года. Анастасия Музычук, Екатерина Рыбалко, «Маховая 9». Как меняется российская медиасистема? Становится ли глобальная национальным? Это ключевые вопросы 9-й научно-практической конференции «НАМИ». Открытым вопросом остается влияние социальных сетей на поколение Z. Есть большой вызов традиционных медиасистем, новых соцсетей с точки зрения развития современного общества. Потому что если молодежь не вернется домой, ну, я надеюсь, она вернется, мама, папа, система образования, школа, институт, родной язык, в конце концов, то, конечно, будущее медиасистем может быть под угрозой, но это знак. По традиции, на главной лестнице журфака наградили победителей международного конкурса медиа-исследований. Каждый раз, когда мы приезжаем на конференцию НАМИ, для нас это означает существенный шаг вперед. И с точки зрения научных исследований, и с точки зрения новых форм организации журналистского образования. Сюда приезжают люди мотивированные, сюда приезжают те, кто задумывается о том, что происходит. Для того, чтобы обменяться мнениями, позициями, здесь всегда представлен очень интересный эмпирический материал. В этом году у конференции рекордное количество участников – более 100. 500 лет со дня смерти благородного гения. Кто он? Леонардо да Винчи. В среду на балюстраде третьего этажа декан журфака Елена Леонидовна Вартанова и директор Итальянского института культуры в Москве открыли выставку о великом художнике и изобретателе. 5 веков назад его открытия толкнули вперед искусство и инженерное дело, ботанику и анатомию. Среди его проектов – скафандр, вертолет и парашют. Выставка – своеобразный посыл студентам-журналистам. Будьте как Леонардо.
Я хочу донести до студентов этого факультета, что они, как журналисты, всегда должны смотреть вперед, задавать вопросы, никогда не останавливаться перед препятствиями, быть исследователями, никогда не быть в полной мере довольными собой. Какой бы цели вы ни следовали, просто идите к ней шаг за шагом, чтобы победить. Журфак не случайно стал площадкой проведения выставки. Решение наших итальянских коллег отражает то значение, которое есть у нашего факультета в культурной жизни Москвы. Все-таки более 3000 студентов, интересующихся жизнью современной, историей, культурой, красотой, это очень большая мотивация. Вся деятельность Леонардо да Винчи показана поэтапно на 14 панелях с текстами и изображениями. Познакомиться с ними можно до 23 декабря. Теперь на журфаке есть не только театр, но и музыкальная группа. И мы вам о ней рассказывали. Чеховская аудитория зазвучала. Недавно там прошла первая репетиция новой музыкальной группы журфака. Проводить второй этап отбора в коллектив не пришлось. Самых талантливых заметили сразу. Теперь впереди репетиции. Счастливчиками стали 6 музыкантов с первого и второго курсов. Кто-то уже активно пишет свой материал и публикует его в сети. Кто-то профессионально поет, а кто-то умело задает ритм исполняемой композиции. Ну что ж, с нетерпением ждем первого концерта. И несколько культурных анонсов. 12 декабря ждите премьеру спектакля «8». Новая постановка выпускницы журфака Кати Бекуловой расскажет о загадочном убийстве отца семейства. Под подозрением все. Но кто же нанес смертельный удар? Начало в 7 часов вечера в 201 аудитории. Не забудьте зарегистрироваться на сеанс на сайте факультета журналистики. Тебе все еще не пришло новогоднее настроение? Тогда точно стоит заглянуть на бал физиков и лириков. Он пройдет 14 декабря в 17:00 на факультете журналистики. Тема бала – Новый год. Забудь ненадолго про дедлайны, окунись в мир ярких платьев и волшебства. Не успел записаться в число танцоров? Не расстраивайся, ты все еще можешь прийти и полюбоваться на дам и их кавалеров. На бал приглашены все студенты МГУ. Приятные эмоции и новые знакомства гарантированы. Они креативные, молодые и активные. Наверное, потому что все еще не знают, что такое сессия. Ну, вы уже поняли, что я говорю о наших первокурсниках. Кстати, некоторые из них успели стать частью нашей команды в этом году и даже влились в коллектив. Что ж, настало время дать слово молодым. Они посетили Останкинскую телебашню и готовы раскрыть все ее секреты. С вами была Анастасия Слободенюк. Увидимся!